Привет, друзья! Ну вот и состоялся, наконец, официальный анонс новых процессоров Intel, пока только для ноутбуков. Это может быть интересным и тем, кто равнодушен к ноутбукам, потому что, будем надеяться, до конца года мы увидим настольные процессоры на той же микроархитектуре Willow Cove. Но пока техпроцесс 14 нанометров будет у десктопных, а ноутбучные же процессоры, вот Tiger Lake в частности, как и Ice Lake, уже на 10 нанометрах. И давайте сразу решим вопрос техпроцесса. Intel отказываются от маркировки плюс, то есть 10 нанометров плюс-плюс-плюс не будет, хотя сегодняшние Tiger Lake, по идее, должны быть 10 нанометров плюс-плюс. Но считать техпроцесс удачным решили, начиная с Ice Lake, которые не вышли за пределы 4 ядер. Все-таки тут у Intel, видимо, были и есть какие-то проблемы, потому что Tiger Lake пока тоже только 4-ядерные. Речь о процессорах с индексом U, то есть энергоэффективные процессоры для, так скажем, ультрабуков. Но примерно через полгода нас ждут и высокопроизводительные процессоры H, у которых уже будет больше 4 ядер. Но пока тут ничего со 100% уверенностью сказать нельзя. Презентация проводилась в виде веб-трансляции, как все в последнее время. Есть тут и свои плюсы, можно внимательно рассмотреть слайды презентации. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, поменялся логотип Intel. Было написано Intel на логотипе, стало написано Intel. Событие редкое, за 50 лет это третий логотип, но ничего не меняет. Итак, о процессорах. Tiger Lake — это улучшенный техпроцесс Intel 10 нанометров. Можно было бы сказать плюс, но, как мы выяснили, так Intel больше не говорят. Тут появляется интегрированная графика, которая называется не HD Graphics, а XELP, в которую уже максимум 96 исполнительных блоков. В HD 630 было 24, в Iris Plus 48. В Iris Pro, которая последний раз была замечена в Skylake'ах, у которой была еще своя память, было 72 блока. Однако одними блоками дело не ограничивается. В предыдущих Ice Lake была переходная графика 11-го поколения, которая уже маркировалась как G. Максимум было 64 исполнительных блока. Но XELP — это новая архитектура. Тут на каждый исполнительный блок приходится 10 арифметически-логических устройств. В конфигурации 8 для целочисленных вычислений INT8, 16, 32 и с плавающей запятой FP. И еще 2 расширенной математикой и расчеты с плавающей запятой. В поколении 11 было 2 блока по 4 логических устройств. Кроме этого, мы получаем на одинаковом напряжении на 50% выше частоты графики в Tiger Lake, чем в графике у Ice Lake. Ну и сама частота графики может достигать 1800 МГц. Графика будет поддерживать аппаратное ускорение для декодирования кодека AV1. И кроме этого, ускорит кодирование и декодирование других кодеков. Есть и полная поддержка HDR, 12-битный цвет и 8K 60 кадров в секунду. Геймерам будет интересно, что поддерживается адаптивная синхронизация для мониторов с частотой до 360 Гц. Ну, киберспорт, наверное, с такой частотой потянет. Если снизить разрешение до 1280 на 720 пикселей. Но и в Full HD новая встройка тоже тащит киберспорт. На примере Dota 2, CS и LoL. Больше 100 кадров в секунду. Overwatch уже ниже, около 60. И с теми же показателями примерно радуга. PUBG уже 40 кадров в секунду, большие игры типа Hitman и Metro также около 40 кадров. Излюбленная вами Ларка чуть больше 30 кадров в секунду. И это, друзья, Full HD. Так что, если упор в производительность встройки, то есть куда снижать настройки. Вообще, Intel начали показывать зубы и сравнивать свой продукт CMD. Свою встройку с 96 блоками сравнили с новой Vega i8, установленной в Ryzen 4800U. И озвучивают разницу чуть более полутора раз в батле 5 в пользу Intel и в 2 раза Gears Tactic. Есть и другие примеры, это уже интересно, надо бы проверить. Intel поддержали идею стриминга на презентации, которую в прошлый раз подкинули AMD, и показали почти ту же картинку, только CSGO и с обратным результатом. Сравнение с NVIDIA MX 350 тоже впечатляет, ну, по графике. Также стрим показывали в другом контексте. Человек работает в графическом редакторе и стримит 4К 30 кадров в секунду. Кроме этого, показывают и разгромные цифры в бенчмарках, и сравнение работы с видео в премьере и фотошопе. Но там видно, что в премьере на таймлайне
таймлайн, что у Intel есть ускорение GPU. Вот желтенькая полосочка на таймлайне. А у AMD полосочка красная, то есть GPU ускорения нет. Тут для меня не все ясно, но это официальные цифры, мы их будем проверять. Однако эффективность работы процессоров Intel при использовании искусственного интеллекта не вызывает сомнений. Приложения оптимизированы для работы с технологиями в этих процессорах. Еще один упор в презентации сделан на производительность при работе от батареи. Опять в сравнении с ноутбуком на Ryzen 4800U демонстрируется разница в производительности при запуске приложений и при подключенном питании и при отключенном. На ноуте с Tiger Lake производительность почти не меняется, на Ryzen значительно падает. Встроенная графика — это, конечно, важно, ждем также десктопных решений, но в самих процессорах произошли значительные изменения. Официально техпроцесс называется теперь 10SF, то есть SuperFin, это вместо плюса. Процесс принес общие улучшения, обновление конденсатора Super MIM, металл-изолятор металл, который, по заявлениям Intel, дает пятикратное увеличение емкости, что приводит к уменьшению напряжения. Подзатворный диэлектрик теперь из другого материала. Intel не говорит из какого. Добавлены новые слои, чтобы быстрее передавать напряжение на слои ниже и тем самым поднять частоту. Все направлено на повышение частоты. Затвор получил увеличенный шаг, и несмотря на то, что компоновка становится плотнее, крупный шаг затвора увеличивает производительность и, напротив, уменьшает размер ячеек. В совокупности изменения, опять же, по заявлениям Intel, приведут к 17% улучшению производительности в сравнении с техпроцессом 10 нанометров. А не за горами новый техпроцесс 10 Enhanced SuperFin или 10++. Даже не знаю, как проще ориентироваться по-старому, как раньше было с плюсами, или теперь вот по названиям. Смысл, впрочем, один и тот же. Новая архитектура Willow Cove должна подарить процессорам Intel от 10 до 20% к производительности по сравнению с Саниковым. Тут вот маркетологи Должно быть вот эти вот проценты плюс к 18, но складывать нельзя, так как именно техпроцесс 10SF позволяет устанавливать частоты выше при том же напряжении. К тому же речь идет уже о новом пороге в 5 ГГц. Отсюда, собственно, и рост производительности. Но кроме этого увеличен еще и кэш L2 и L3. L2 вырос в 2,5 раза с 512 килобайт до 1 мегабайта 250 килобайт, а по сравнению с Лейками в 5 раз вырос. Но больший объем кэша должен иметь большие задержки. Общий кэш L3 для 4 ядер теперь не 8, а 12 мегабайт. Увеличится, пусть и ненамного, количество операций за такт. В общем, похоже, больше 20% улучшения не получить. Но это уже немало на самом деле. Я надеюсь, у меня скоро будет возможность это проверить. Базовые частоты сильно возросли по сравнению с Ice Lake'ами. И, как я уже говорил, Раджа нам рисует порог в 5 ГГц. Однако для процессоров U порог составляет 4,8 ГГц. Теперь самое важное. Процессоры не маркируются как раньше U или Y. Теперь это UP3, бывший U, и UP4, бывший Y. Несмотря на то, что UP4 менее производительный, как оказалось, он производителям обходится дороже из-за усложненного корпусирования. Но как теперь отличить слабосильный Y и более производительный U? Если в маркировке процессора в конце ряда цифр стоит пятерка, например, 1165G7, то это бывший U-процессор. Если стоит 0, например, 1160G7, то это бывший Y-процессор. Еще важная деталь. TDP теперь указывается диапазоном. Для UP3 это 12-28 Вт, для UP4 — 7-15 Вт. Частота указана для максимума TDP и будет указана также для минимума. То есть, если производитель ноутбука решит, что его система охлаждения потянет только 20 Вт, то и частоты будут ниже указанных максимальных. А какими, можно уже будет предположить заранее. И, наконец, обратите внимание на процессор i3-1125G4. Это 4 ядра, 8 потоков, как и i7, ниже базовые частоты, но это тот процессор, на котором нужно брать ультрабуки, как мы их привыкли называть. Температуры ниже, энергопотребление ниже, стоит наверняка значительно дешевле, а производительность, можно предположить, сопоставима. С чего бы такой подарок?
Просто тут графика, хоть и помечена как G4, это не X, а UHD, 48 блоков. То есть это то, что называлось Iris Plus. Кэш 8 мегабайт, а не 12. Но тут и у i5 также 8 мегабайт. Но у этого i3 больше признаков, включая графику перемаркированного Ice Lake. Если это так, то получается какая-то подстава. Но мы уточним, это может быть совсем не так. Запуск этого процессора все же отодвинут на 21 год. Что-то здесь не то. Значимое улучшение — это поддержка нового стандарта памяти DDR5. Первые мобильные процессоры будут поддерживать до 32 гигабайт памяти LPDDR5 5400 МГц. Конечно, будет и поддержка DDR4 и 64 гигабайта LPDDR4X с частотой 4266 МГц. Правда, не думаю, что в первых ноутбуках будет установлена память DDR5. Но давайте спросим у специалиста Intel. Технология будет поддерживать DDR5, но я бы не ожидал появления этой памяти в этом году. Мы наконец видим процессоры Intel с более тонким техпроцессом, и компоненты наверняка стали меньше, узкие каналы, затворы, слои металлизации. Можно ли предполагать, что все это быстрее деградирует, чем в процессорах, построенных на более толстых, так скажем, техпроцессах? И уделяет ли Intel внимание таким тестам, и насколько может быть серьезным снижение эксплуатационных вот характеристик у процессоров с тонким техпроцессом, там 10-7 нанометров и так далее. Я не говорю о гарантийных сроках, я говорю о реальных сроках эксплуатации. Мы обеспечиваем максимально возможное качество продукции на всем сроке жизни. Применяем стандарты тестирования, чтобы в массовых продуктах была высокая надежность. Оцениваем на фабриках, как стареют элементы чипов, так что мы уделяем этому вопросу пристальное внимание. У Intel есть брендовый мини-PC, NAC, но нет брендового ноутбука. Почему? Мне было бы, например, интересно посмотреть на ноутбук Intel. Думаю, что найдутся люди, которые захотели бы такой купить. Мы очень тесно работаем с производителями ноутбуков. В этом году мы предложим более 50 дизайнов. Более 20 дизайнов будут относиться к платформе EVO. Платформа EVO будет помогать нам и партнерам по индустрии. Но все-таки, почему мини-ПК есть, а ноутбука нет? Наши партнеры делают фантастическую работу. Мы гордимся, что мы можем с ними работать. И производство ноутбука технически это не проблема. Но мы не хотим конкурировать со своими партнерами. Если мы говорим о мини-PC, то тут такой конкуренции и обилия предложений нету. Хорошо. Intel не производит ноутбук, но производит чип. Это важно, вот процессор. И замечали ли вы такую тенденцию, что ваши партнеры берут этот самый чип и производят ноутбук тонкий, легкий, элегантный, но система охлаждения не справляется с этим чипом, и получается так, что мы ограничены не возможностями процессора, а возможностями системы охлаждения. То есть процессор может работать и там на 5 ГГц, но не позволит его система охлаждения. Не хотите ли взять дизайн системы охлаждения в свои руки, или вы уже и так даете какие-то рекомендации своим партнерам? Спасибо вам за вопрос. Помните, я говорил про 4 элемента, которые нам важны: техпроцесс, микроархитектура, софт и совместная работа с производителями конечных устройств. Вот именно на последнем этапе мы можем убедиться, что система охлаждения в конечном продукте будет работать достаточно эффективно. Сейчас мы вкладываем огромные инвестиции в изучение того, как создавать на инженерном уровне такие системы охлаждения. Мы вкладываемся в программы совместной разработки с партнерами. Сегодня мы помогаем им с дизайном и реализацией идей. Например, есть такая технология Adaptix Dynamics Tuning, которая позволяет управлять охлаждением всей системы. То есть это комбинация железа и софта. Именно так мы пришли к EVO. Мы уверены, что те наши партнеры, которые создают устройства в рамках этой платформы, действительно смогут предложить эффективное охлаждение. На платформе EVO получаются лучшие, тонкие и легкие устройства на базе нашего процессора 11-го поколения.
Что же это за IVA такой? Это новый бренд платформы Intel для ноутбуков. Ноутбук, который относится к IVA, должен иметь ряд характеристик. Например, ноутбук должен работать более 9 часов от батареи для систем с Full HD дисплеями, иметь быструю зарядку от USB-C, выходить из спящего режима менее чем за секунду. Ну, вероятно, действуют и другие требования, которые мы видели раньше, относящиеся к весу, шуму, качеству дисплея и так далее. То есть, если вы покупаете ноутбук со значком IVA, то уже заранее понимаете, что ниже каких-то требований этот ноутбук быть не может. Но мы немного отвлеклись, поэтому вернемся к новому в Tiger Lake'ах. Еще нас ждет целых два двунаправленных кольца и PCI Express 4. Я пару дней назад снимал видео о новых ноутбуках Asus на Tiger Lake. Так вот, новые Zenbook'и, построенные на Tiger Lake'ах, не задействуют PCI Express 4 ради экономии энергии. Подробности об этом всем мы узнаем только через несколько месяцев, когда устройство появится на прилавках в магазинах. Но я думаю, что Asus не будут одиноки. Контроллеры PCI Express 4 на SSD пока прожорливы. На схеме процессора видно, что теперь линии PCI Express напрямую подключены к процессору. Раньше такого не было. Всегда в мобильных процессорах подключение было сделано только через шину DMI. И это значит, что использовались только чипсетные линии. Теперь у нас есть 4 линии PCI Express, и можно ими подключить либо дискретную графику, либо SSD. Кроме этого, у нас есть 12 чипсетных линий PCI Express 3, которые подключены через DMI, но сама шина DMI и стало в два раза шире, 8 линий. То есть на десктопных Rocket Lake нас ждет такая же конфигурация. Быть может, линий PCI Express больше, например, 20, 16 графика, 4 SSD. В качестве видеовыходов можно использовать DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Thunderbolt 4, USB 4C и все это одновременно, сразу на 4 монитора. Работа с искусственным интеллектом ведется как на процессоре, так и на встройке. Intel показывает приложения, с которыми уже сегодня ускоряется работа на их процессорах или встройке. Есть набор инструкций AVX 2.0, внутри которого есть инструкции VNNI. Их в маркетинге называют Deep Learning Boost. Это специальные инструкции для обработки моделей нейронных сетей. Обработка осуществляется с помощью процессора. Есть набор инструкций для ускорения нейронок на графике. И есть специальный ASIC GNA2, который занимается только одним — очисткой и обработкой звука. В Ice Lake был GNA1, вот тут 2. То есть на чипе есть процессорные ядра, графические ядра и отдельный блок GNA2. Он почти ничего не потребляет, но будучи ASIC'ом, отлично выполняет свою узкоспециализированную задачу. То, что показывали Asus на своей презентации, как раз работает вот на этом ASIC'е. Ну и немного о защите. Защита Wheel of Curve базируется на новой технологии, которая так и называется технология контроля потока. Защита препятствует попыткам перенаправить поток инструкции. Насколько это эффективно, пусть нам расскажут специалисты в области безопасности. А мне пора заканчивать. Я надеюсь, что в этот раз мне точно удастся протестировать хотя бы один ноутбук с Tiger Lake. Мы запросили несколько брендов, и кажется, что вот MSI согласились. Ну, а Ice Lake для сравнения я уже взял у Asus. Так что какие-то выводы мы сделаем совсем скоро уже на основе реальных тестов. Также можно взять в тесты Coffee Lake, чтобы получить представление, какая разница нас ждет на десктопах. Но пока ничего нового в магазинах не ждите. Если нужен ноутбук, сейчас вот в данный момент обратите внимание на ассортимент CityLink. Тут и недорогие бизнес-модели, и более или менее производительные и в меру доступные ноутбуки покрупнее и устройства с мощным железом. Обратите внимание на ссылки в описании к этому видео. Там я постарался собрать некоторые интересные модели. Будем рады, если вы что-то приобретете в CityLink. Ну и на этом все, друзья. Совсем скоро увидимся. Пока!